Привет, коты, с вами Катан Саня Плей. Добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы с Ильей и Димой поиграем в лифтинг симулятор. Симулятор поднятия, симулятор качка и так далее. Поздоровайтесь. Ладно, коты, запасайтесь хавчиком, вискасом, сосискасом или чем-нибудь другим, а мы отправляемся. У меня тут есть телевизор. Я Диву сейчас тоже убил. Есть, Дима. Блин, я теперь хулиган. Ладно, короче. Всем привет. Я поздоровался. Так. Короче, я покупаю велосипед. Я теперь качаюсь велосипедом. Народ, короче, все теперь активируемся на продаче. Ну тогда. О, привет. Народ, давайте устроим батл. Какие в 5? О, Дима. Илья, ты где? Я где-то спал. Меня просто убили, меня просто. Понятно. Ладно, я буду пока качаться. Вот, блин, то. Ты хоть поднимаешь, братана? Мне тут написали, когда я умер. Мне сейчас кинула в друзья заявку какая-то сметанка. О, я рядом появился. Ай, что-то чихнуть захотелось. Пси! Нафиг. Смотри, какой у меня велик. Ты даже, наверное, на него сесть можешь. Покажи! Где? Я сейчас попытаюсь побить пальму, чтобы кокос упал. Знаю. Ну, попробовать стоило. Ну вот, я уже до 25к докачался опять. Пока прошло время. А я купил бутылочку под ней. Меня не убили, я просто продал. Я сейчас купила стола. Теперь я буду качаться столом. Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Да, тут капец. Куча народ. Это реально какой-то симулятор кликов. Дим, ты же кушать пошел домой. Так, Илья, это ты что ли? Илья, это ты тут с машины какой-то качаешься? Или это просто скин похожий? А, ну я уже думал, ты что, задонатил что ли нафиг? И купил себе сразу машину. Мне сметанка все продолжает кидать заявку в друзья и кидать заявку в друзья.
Так. Окей, Дима, походу, от нас ушел. О, привет, я столом качаюсь. Сколько, кстати, с 1 сентября? Вот, Илья, вот тебе новый стол, чтобы делать домашку. Мне его и нравится, знаешь. Я белый стол, я коричневый кожа. На него купить пока вопрос. О, у меня новый ранг. У меня ранг сильный. А у тебя ранг тощий. Ну мы одни остались. Это реально какой-то симулятор кликов. Возможно, какой-то чувак когда-то играл. Что, мой подписчик? Нет, кажется, это не мой подписчик, я не знаю. О, а вот это вот реально мой подписчик. Вот стоит. Я не знаю, ну кажется, это просто чувак, который решил со мной подружиться. Ё-моё, это чё за гигант? Ой, ё-моё. Да, он донатер, видимо, купил себе фигню. Она тут за робоксы, за 400 робоксов. Где мой подписчик? Этот чувак, походу, сожрал его. Короче, я предлагаю этому врезать. Я предлагаю ему врезать. Стоп, Илья, я что, тебя убил, что ли? Ой, блин! Меня этот чувак убил. О, я снова рядом со своим подписчиком. Ну, видимо, придется. О, а вот и мой подписчик. У него звание Халк. Илья, у тебя там как дела? Я тут качаюсь столом для домашки, походу. Я рядом со своим подписчиком, который просто АФК. Тут еще чувак, который качается автобусом, и сметанка, который качается велосипедом. Я сейчас уже тоже. Я тоже пошел продавать силы. Да, по 185 за раз. Это стол дает столько. Лифтинг это по-английски поднятие, симулятор поднятия. А по-американски лифт это лифтинг. Возможно, этот чувак, не знаю, вообще. Этот чувак, возможно, вообще не из Америки. Он из. Этот чувак может быть из любой страны. Хоть из Китая, хоть из Индии, да он из любой может страны быть. Ну, уже 25. То просто язык мира это американский. Ну да. Так, так, что я могу купить? Либо кровать, либо что? Так. Это что? А, это жирафа за 3к и будет по 35к. О, окей, тогда куплю и еще кровать покупаю. Теперь я по 35к могу качаться. Чё? Кто качается? У кого? Меня птичка. А где ты, кстати? О, теперь мне у меня. Я теперь качаюсь по 280 за раз. Я двух накачиваю в руках. Я тут рядом с
с гантелями, с попугаями. О, я своего подписчика. Илья, ты тут? Да. А, походу Дима зашел в Дискорд. Не знаю, но я тут вижу своего подписчика. Поздравляю. Прикинь, у него 120 миллионов силы. А у меня только 1333. Ну неплохо уже. Неплохо уже прокачался. А у меня 11 тысяч. Это капец, у Ильи пока... Пока нас не было, Илья тут по спидранил и накопил 50 тысяч. А меня нет. Потому что он тебя не заметил. Да. Так. Что мы тут можем купить? Ничего, обвал. Да, вижу я. Это львы. Я сейчас вернусь. Мадам, я какой-то тут... Мадам, я какой-то видел молчаливый. Сейчас. Ну и чё мы... И чё мы делаем? Зачем ты всех созвал? Подожди, дай накачаюсь. Сейчас я куплю себе дерево. Накоплю себе на дерево. Нет, у меня кроватка. Короче, Дима не подходи к Илье, он просто созывает всех, чтобы убить нас. Он созывает нас, чтобы убить.
Да он хочет нас убить на превьюшке. Капец, тут чуваки с кем-то солнцем качаются и еще какая-то гантеля. О, это что, Медек? О, Медек! О, наш спидранник по Майнкрафту пришел. Давай мы... Это за то, что ты меня убил? Или мне Мэддер тоже дал за трещину? Ладно, сорян. Ладно, все, подходите ко мне. Ой, здесь какой-то чувак. Тут какой-то чувак с Кисси-Мисси. Так, а сейчас мы... Так, все, продаем. Итак, что мы можем купить? Дерево, о! Вот ты, блин. На... Ой, понятно. Ничего себе, как... 75 тысяч. 75 тысяч. Сейчас, да, будет. Давайте договоримся не качаться втихаря. Так, ну все, теперь у меня куплено каноэ. Я уже каноэ купил. Блин, я ничего не вижу. Ага, вот. Все, отлично. Пацаны, гон на Черное море. Дим, ты чё об этом скажешь? Дим, ты чё об идее скажешь? Ладно, коты, не забывайте подписываться на мой канал, на канал Ильи и на канал Димы, который, как всегда, накосячил. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.